Всем привет! Листаем блокнот с нашим летним путешествием в Азию. Первым пунктом в нем был Сингапур. Далее на самолете в столицу Малайзии. Итак, что можно успеть в Куала-Лумпуре за один день? Заселяемся в апартаменты Regalia Residence на 25 этаж. На 37 этаже бассейн с видом на город и башню Петронас. К ним и отправляемся. Билеты можно купить либо на сайте за два дня до, либо на нижнем уровне день в день. Кстати, здесь нашим пенсионерам сделали скидку, а вот в Сингапуре делают только местным пенсионерам. Голограмма рассказывает об истории и приглашает в лифт. Поднимаемся на 41 этаж, где находится мост. Затем на 86 этаж, где открывается вид на город. Разглядели свой отель. Мы уже были здесь 5 лет назад, и это до сих пор одно из приятных впечатлений. Далее идем в метро. Хотя в основном мы передвигались на такси, так как на четверых это дешевле. Тут все просто. Прикладываем жетоны при входе. И опускаем при выходе. Мы решили посетить мечеть Джамек. Так как она находится рядом с площадью Независимости. Если устали, можно отдохнуть на газоне. На следующее утро отправились в национальную мечеть. На этом наша встреча с Куала-Лумпуром закончилась. Куда дальше? Индонезия. Бали. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.